Здравствуйте, дорогие зрители! На этом канале каждый день мы говорим о звездах и знаменитостях, и сегодня одна за другой к нам поступают печальные новости. К огромному сожалению, стало известно, что сегодня ушел известный советский и российский актер театра и кино, режиссер Борис Аржанов. Это известнейший российский актер, который за свою творческую карьеру получил бесчисленное количество наград и званий, среди которых и такой пункт, как «Народный артист России». Это звание он получил в 1995 году, но еще до этого снялся во множестве фильмов и срежиссировал яркие проекты. Большинству зрителей он известен как артист театра, однако известность на всю страну актер получил после участия в сериале «Дальнобойщики». И вот, к сожалению, сегодня стало известно, что народный артист ушел в возрасте 79 лет. Сейчас многочисленные коллеги, друзья и поклонники выражают соболезнования. Мы присоединяемся к этим словам. Каждый день на этом канале говорим о звездах. Не забывайте подписываться, и пусть все беды обойдут вас стороной.